Всем здорово, с вами Вова. И сегодня мы с вами будем делать обзор на такой старенький нерф, как Страйф. Погнали! Ну что, Страйф — это такой, можно уже сказать, ретро-бластер. Но он все же так остается крутым, потому что полуавтоматический стоит от 1 до 1000 рублей. Можно дофига нацепить модулей. И стреляет довольно хорошо. Что можно об этом рассказать вообще? У него есть тактическая рельса тут. Сюда можно повесить ствол. Сюда можно повесить приклад. Но есть один минус. Вот тут он... Если весь выпуклый, то тут он вообще весь гладкий. Вот вы просто посмотрите вот на это просто уродливо. Я вот не понимаю, почему Нерф вот тут вот так же не сделал выпуклый. Он работает на 4 пальчиковых батарейках. Покрашен такой вот офигенный оранжевый цвет. Вот. Тут имеется отсек для извлечения пуль. Но он как у... Но он не отсоединяется, как у Ли 2.0. И на этот Страйф из Elite 2.0 есть переделка Феникс. Вот. Для Страйфа идет магазин на 6 стрел и 6 стрел Elite. Удобная ручка. Хорошо, погнали делать фаер-тест. Тоже этот бластер так-то очень неплохой за свою стоимость, но вы его уже нигде не найдете, кроме БУ рынка. Ладно, ну а с вами был я, и всем пока!